Сейчас она встречается с бизнесменом и шоуменом Станиславом Малиновским. Вместе они пришли на пре-парти премии «Жара», которая состоялась на прошлой неделе в ресторане «Лесной». «Познакомились очень давно», — рассказала Стархиту Анна. «Стас пытался ухаживать за мной еще несколько лет назад. Но тогда мое сердце было занято, и я в этом призналась. Мы сохранили дружеские отношения, иногда переписывались, периодически пересекались на мероприятиях, а пару недель назад Стас пригласил меня вместе поужинать, и как-то все завертелось. Посмотрим, что будет дальше». Малиновский уже успел познакомиться с сыном Калашниковой Даниилом. В минувшие выходные мальчику исполнилось 4 года, и Станислав также был одним из гостей на празднике. Отметили, к слову, аж дважды, сначала в тесном семейном кругу, а затем со звездными гостями и друзьями малыша по детскому садику. Недавно модель сделала необычный подарок своему бойфренду. Аня подготовила провокационную фотосессию, в которой снялась абсолютно голой, прикрыв интимные места руками и бутонами алых роз. Фотосессия, сделанная в стиле фильма «Красота по-американски», это подарок для моего любимого ко дню Святого Валентина. Думаю, такое будет приятно получить человеку, у которого в принципе все есть. Очень романтично, нежно и трогательно. Конечно, это не весь сюрприз, но точно отличное приложение к основному, поделилась звезда со Стархитом. Следить за фигурой, по словам Анны, не так уж просто. Чтобы оставаться в форме, она вынуждена ограничивать себя в сладком и мучном, а также находить в плотном графике время на посещение фитнес-центра и бассейна. Калашникова уверена, что залог стройности не только в хороших генах, но и физических нагрузках. Всем желающим похудеть модель также рекомендует посещать сеансы массажа,